Это вопрос очень сложный, потому что на самом деле все стереотипы, вот скажи сейчас слово «социализм», и у всех сразу перед глазами СССР. Скажи «капитализм», у всех сейчас перед глазами там США или Европа, и ни у кого перед глазами нет, скажем, Европы второй половины XIX века. То есть надо четко совершенно понимать, что мы находимся в плену стереотипов. И выйти из него очень сложно. По этой причине я не берусь сформулировать это в двух-трех словах, но очень условно. Это социализм с очень сильной долей предпринимательской активности на уровне малого и среднего бизнеса, с очень сильной долей как бы частного инновационного процесса. И, наконец, последнее – это как бы очень высокая доля как бы ценностная, ну, грубо говоря, участие как бы при социализме. Социализм был принципиально атеистической моделью. Вот как бы нужна вера, которая бы обеспечивала ценностную базу. Но еще раз повторяю, это рассуждение, потому что сформулировать это коротко абсолютно невозможно, потому что мы все в плену стереотипов. То есть каждое слово нужно по полчаса объяснять, что я и на самом деле имею в виду. А я стараюсь, но это очень длительный процесс. Пока что мы пытаемся вот с моим соавтором Сергеем Ильичем Гавриленковым найти издательство, которое бы согласилось нас напечатать, но это достаточно сложно, потому что издательство рассматривают такого рода деятельность исключительно как бизнес, и в этом смысле очень трудно.